Короче, сейчас, доченька, так комод поставили, а вешалку сюда, за дверь. По-любому надо будет поделку в школу делать. Ну, это зимой. Пусть стоит пока. Нет, я просто говорю, я Совке новую сделаю, в том году я эту носила. А Томка, ну, я даже не носила такую еще. Угу. Ну, сейчас на 8 скажут поделки делать. И нам она тоже. Угу. А, что, показала? В общем, вот, стол пришел, потом папка привезет, сюда поставит. Я думаю, стол нормально, стул у нее есть. Стулья это тоже наши, мы Насте давали. И у нас вот этот стол тоже, вот он разборный, большой, видите, тоже у Насти стоит. Софийка все собралась, она и вещи давай таскать там. Куда ты поехала? Все, она уже поехала, она и игрушки набрала с собой, поехала. Вот. Все. А, я тебе говорю, вот весь хлам наш себе загрузил. И обогреватель даже. Папка! Ну выкини ты этот обогреватель. Сейчас вам покажу. Они. Я тент с него сниму. О, сколько они нам всего нагрузили. Сломанные пылесосы. Разберем. Медь выдернем. Микроволновка. Где-то мультиварка еще, да? У Насти там, я говорю, доча, ты выстави вот так аккуратно. Что она там? Что-то много чего собирала. А нет, она пыталась, Вася все обратно загрузил. Кого? Там мой инструмент. Инструмент твой, инструмент. Идите кушать. Идите. Мам, вы что, без меня поедете? Насте с Димой еще ехать в этот военторг. Да? Да, они комоды все уже сделали. Нет, еще. Иди, папка, делай комоды. Их надо прикрепить. Нельзя так оставлять. Что-нибудь придумывайте. С комодами. О, мне нравится. Так хорошо стало, да? Хорошо, но мне не нравится, что вот тут, видишь, стекла нету. Ну, то, что мараться будет, да. Ну, я думаю, это можно найти. Может быть, на Валберсе есть типа пленки какой-нибудь. Может, такое что-нибудь. Ну да, да. Но опять же, оно не сильно тяжело моется стекло. Единственное, что, блин, постоянно за. Хотя я так готовлю целыми днями, конечно. Угу. Это да, да. Еще и там. Так, ладно, чуть-чуть осталось. Сейчас уже доделаю, да поедем. Санта все расставит. Я все потом по-новому расставлю. Я потом. Закажу красивые эти и все по-красивому. Ничего не заказывай. Эти баночки красивые. Угу, потом куда ты это все возить будешь? Ну это я так пока, я Димке говорю, пока он дома, мне охота баночки всякие. Угу. Едет и опять все. Ну да. Богачи. Господи, там рублей 50 выкинь, ты уже. Мам, купи. Нет. Да купи нормальную. Пусть тогда стоит. Копилку. На голодный год. Ну. У Саши такая красивая, они сдачу мне не отдают, все туда складывают. Я говорю, вы хотя бы предупреждали, мам, мы скинули себе на это, в копилку. Я говорю, молодцы. О. Да, Дудова. В общем, мы решили сегодня, сегодня, еще к нам не едут. Сейчас будут. София, маши всем пока. Дома будут. Пока-пока. Пока-пока, ага. Дома поприбираются, завтра приедут. Выспутся, отдохнут. Дима еще хотел камуфляжный костюм купить, пока все это сделают. Все, поехали. Маши, ой, Маши, скажи пока. Ага. Завтра приедут. Приехали домой. Ой. Не могу достать. Заехали, купили продуктов немножко. Завтра надо будет за мясом ехать. Сегодня так. Необходимое немножко взяли. Пап, не тащи сразу два пакета, по одному. Пойдем. Еще раз скажу, что Дима пригнал эту машину. Купили они на гуманитарную помощь. Люди собирали деньги где-то с Подростова. 115 километров от нас. Или от Усладинска. Купили и сейчас погонят они туда. Привет. Привет, доченька. Санечка, температура была 37,6.
Да. Ну, лечились. Так. Это мы Тому... Ну ладно. Сейчас покажем, что купили. Забрала пока я только Тому. Подписывать во вторник надо было... Это... Как она называется? Комиссия какая-то по вторникам подписывает. Вот нам подписали. И надо будет это отдать. О, дом хорошо как. Лепота. Правда, кондиционер не включали. Жарко немножко. Чем тут девчонки занимались весь день. Саша даже постель не заправила. Лежала, наверное. Саня, а что ты постель не заправляла? Ты спала днем? А что постель не заправила тогда? Забыла. Надо заправить. Что, поможете, расставите? Покажем, что на улице. Тая выпускает. Саша сразу с Симой ходит. Так, что мы купили? Мы купили киндер-пингвис, косичку. Это что? Это какой-то... Бутон. Угу. Хлеб пупури называется. Это капуста. Угу. Я люблю ее. Сосиски. Завтра хочу макароны отварить сосисками детям. Ну и еще что-нибудь приготовлю. Давно не покупали сосиски просто. Можно вот так просто сосиски, так сказать, макароны варить, и это получится вкусно. Ага. Купила завтра, хочу салатик сделать. Сок поэтому... яблочный я купила. Все тут. Я купила не себе, внутри там вафли специальные, яйца, сметана. А, вот, вспомнила я. Перец фаршировать завтра будем, папка попросил. Молоко, два молока, один кефир. Вода, мама. Я так пить захотела. Воду открыла, попила. Масло, хлеб, кофе, средства. По акции был, подешевле намного. Это что, средства? Да, чистящие. Чистящие. Все мои, эти, где-то вообще ничего не осталось. Купила опять. Настя сегодня опять увезла. В прошлый раз Настя увозила. Салфетки, средства. Это ванну чистить. Ванну чистить, губки. Ну, салфетки надо было, наверное, побольше купить. Что-то я одну взяла только. Все, вот такие покупки. И обошлось это нам ровно в 3000 рублей. Ну, мы, правда, давно уже так много не закупали. Вот, от Насти термос привезли. Крышку мы где-то как-то путешествовали, Настя с Димой где-то в кафе оставили. Ну, он все равно, это очень-очень старый термос. Он еще китайский, я не знаю, ему лет 30, наверное. Он до сих пор нормальный, ну, крышки только нет. Вот я его отмою, и пусть стоит. А то они один увезли к себе, второй увезли к себе. В общем, привезли, надо будет все отмыть. Так, все, сегодня готовить не буду. Сейчас начну покрывало все перестирывать. Насте надо будет отдать. Это Софа наклеила. Это Софа и я наклеила. Там две посудинки такие наклеивали. И еще я на вот эту наклеила, где Кеша пьет. А, ну хорошо, хорошо. Чтобы Кеша нравилось. Кеша вон наверху. Ну, Кеша мы сейчас даже не закрываем. Он сам сейчас, хорошо, он сам. Надо, он залетает, не надо, не взяли. Не... Он всю ночь летал. Да, в общем, так вот. Все, пошла я видео проверю. Очень-очень много комментариев улетает на проверку. Прям очень много. Поэтому пойду комментарии проверю. И по рекламе. Мне нужно очень много. Женька одна не болеет, мороженое можно. Тома Софийке надоедает маленький кусочек. Уроки сделала, учитель учитель ругала, сказала, чтобы Тома делала уроки сама. Я хотела ей помочь, она сказала: мама, нет, мы должны делать уроки сами. Все, я не помогала. Раз учитель ругает, она сказала, чтобы сама, значит, сама. Почему? Я сделала. Угу. И по русскому, и по математике задавали. У нас в школе девочка
Она подпишется на наш канал. Она смотрит наши видео. Ну хорошо. Она я вот не сегодня говорила ей канал. Она сказала подпишется сегодня. Ну хорошо. Смотрите, сколько я залила на блины. Купили еще 2 молока. Оказывается, у нас молока еще там 3 блин стоит. Я Дарине говорю, может, блинчиков пожаришь? Она, конечно. Записала рецепт. В общем, разбиваю 3 яйца, добавляю соль, сахар по вкусу. Ну, Дарина записала 1/2 чайной ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Молока у меня было примерно больше половины. Я все вылила. Муку на глаз, чтобы получилось прям густо. Оно тогда разбивается и размешивается, и не бывает комочков. Потом соду пищевую с 1/2 чайной ложки добавила в кружку, залила кипятком. И потом кипятком. И у меня получилось, что 1 и еще 1/2 кипятка я добавила. Сода пищевая, в общем, гасится в кипятке и добавляется в тесто. Также добавила 1/2 ложку растительного масла, и на этом все. Тесто готово. Блинчики всегда тоненькие, ажурные, очень-очень вкусные. Дети любят. Саша прям очень обрадовалась. А если капнешь, и мы тебе сковородкой... Да. Я его разогревала, чтобы теплее было. Угу. И поехали. Блин, вот у меня всегда так. Ну ничего страшного, я всегда, все равно всегда первый блин себя съедаю. Первый блин комом. Да, у нас и сметана, как раз и сгущенка там открыта. Как раз и уйдет это все. Да? Все, молодцы. Сейчас. Дарина напечет, только не таскать. Дарина ругается всегда, я всегда ругаюсь. Чтобы никто не трогал. Дайте мне напечь хотя бы чуть-чуть. А это она пекует. Нет, не это. Есть там другая, такая пластмассовая. Она специально для блинов. А, я ее не видела. Угу. Вот, я ей только. Она очень удобная, блины ей печь. И помогать морально. Во. Видите, сковородку. Вытирай, Тома. Вытирай, балуйтесь, быстрее, как попало. Вот они ходят по всему дому, едят. Сейчас Тому так ругала. Пошла делать уроки, уселась, ест шоколад. Сейчас измарает всю тетрадь. Я еще раз увижу, что ты ешь прямо, когда уроки делаешь. Поднимай. Не смешно ни разу, Тома. Не сложно, липнуть будет все к ногам. Мне страшно, потерпите. Вот видите, как Дарина уже умеет. Жаль, не пошла на повара-кондитера, то бы блины-то только летали на 3 сковородках. Ну ты расскажи, ты рада, что туда поступила? Конечно. Сколько вас в группе человек? 25. Из них половина мальчишек, наверное, да? Нет, наверное, мальчишек не так много. Девочки, ну, 1/3. 8, да? Да, где-то так. 8. Угу. Симпатичные такие мальчишки. А все остальные девочки? А девчонки такие красивые у них. Все как на подбор. Ой, ладно, пойдем. У Дарины блин порвался. Потому что надо допекать. Надо допекать, не торопись. Ну, да. Смотрите, какая стопка блинов. Так половину уже стаскали, съели. Последняя, наверное, без дырочек. Нет, с дырочками. Ой, какие красивые блинчики. Что-то мы хлеба столько набрали. Дарина говорит, надо это. Гренки опять. Сделать. Ну, что-то много-много хлеба мы набрали. Салат еще на крюк сделал. Угу. А где? Папа. Все остальные. Кишки, на улице вон Тома там бегает, да, вижу. Помогает папа. Угу. Саша, наверное, в комнате своей. А, Кешка, не хочешь помогать? Так, дорогие мои, время у нас уже очень поздно. 20:08.
Да, у меня 20:11 показывает. А мы сейчас еще чуть-чуть и будем уже ложиться спать. А то мне я помогла собрать этот ранец, да? Я говорю, рюкзак. Женя сама собрала. Завтра у них вместо технологии уборка территории. Да, у нас завтра две технологии. Да. И ИЗО. Ты все приготовила? Да, у Тома тоже завтра музыка. Занятий поменьше. Так что, дорогие мои, всем пока. Всем пока-пока.